Всем здравствуйте, дорогие друзья! На предыдущих кадрах вы могли видеть, как машина покрылась ржавчиной, а именно двери с боковых частей и внизу над порогами. Самые такие уязвимые части, на которых всегда летит грязь, задерживается там, водичка попадает, стекается и всякое в таком духе. Сейчас я вам показываю, что дырки, которые вот были ржавые, дырки, просто пятна, я их зачистил. Также были резиновые вот эти вот панели, наклеенные на машине ГАЗ-3110, которые я тоже оторвал, как вы видите, клей. Клей я вот этот уже, ну, как бы начал стирать, чем я только не пробовал стирать. И вот этим вот кругом войлочным, он такой средней плотности круг. Есть и мягкий, есть жесткий, этот средней плотности, жесткости. Но даже он сдирает лак вместе с краской, поэтому приходилось самым кончиком еле-еле касаться и сошкуривать вот этот вот клей с боковых дверей середины. Болгарка у меня тяжелая, высокооборотистая, руки просто отваливались после того, как хотя бы одну дверь пройдешь. Одна дверь у меня занимала около, наверное, получаса по времени. Дальше, чтобы оцинковать все это, я вам показываю батарейку от цинк-карбон, то есть батарейка с содержанием цинка. И берем обычный медный провод, хорошей такой длины. Внутри этой батарейки цинка содержащаяся основа, ну такая жестяночка, вы ее сматываете, как-то сбиваете, к ней приматываете проводок и, естественно, заматываете тряпочкой. Один провод на плюс на аккумуляторе и вторым проводом вы присоединяете к этой жестянке, потом сверху тряпицу и кислотой паяльной смачиваете, прям вот видите, как я смачиваю, не жалею кислоты, и начинаем затирать. Вы можете наблюдать, как металл меняет цвет, то есть он цинкуется, происходит реакция, и цинк с вот этой вот части железной перетекает уже на металл через кислоту, которая тоже с содержанием цинка, и происходит такое вот преобразование металла. После всех этих манипуляций, естественно, нужно немножечко помыть. В пищевую соду обычную добавляем в воду где-то 2-3 столовых ложки на 3 литра воды, 3-2,5. Потом нарезаем мыло, вот как я вам показываю, или натираем на терке, старое мыло, ненужное, которое можно хозяйственно, не принципиально вообще. И размешиваем до преобразования пены. Это такой армейский метод, я думаю, кто служил в армии, те все прекрасно знают выражение «взрываем пену» или «взбиваем пену». Берем и начинаем помешивать до преобразования пены. Но так как у меня вода была еле теплая, греть мне ее было лень, и у меня как бы времени особо не было, то я размешал насколько смог, а то, что там остались плавающие частицы мыла, я решил, что они так там перетопчутся, ничего страшного. Потом взял обычную розовую губку, ну как обычно для мытья машин, там вроде 50 или 70 рублей стоит, и погнал, естественно, затирать все дырки, ну то есть промыть после оцинковки. Следующим этапом, естественно, шло это грунтование и шпаклевка. Да, все как бы небрежно, это все сделано, как вы можете наблюдать. Я не профессионал, я грунтовал как мог. И то есть то, что сверху, оно все равно зашкурится, это не так страшно. Вот другая сторона автомобиля. Здесь я шпаклевал. Нет, точнее, не шпаклевал, а чисто загрунтовал некоторые, ну, то есть рыжики, потому что здесь шпакля была не нужна. Но позже выяснилось, что желательно было ложить шпаклю везде, даже на эти места, потому что грунт, так как был советский старый, краска его разъела, и, ну, как начала разъедать, он немножечко повздувался чуть-чуть, совсем чуть-чуть в некоторых местах. Потом, естественно, я покажу. Здесь я уже решил проводить покраску автомобиля, предварительно заклеив все скотчем, и, естественно, использовал баллончики для краски. Красил все баллончиками. Как можете наблюдать, красится просто все великолепно и замечательно. Я сначала думал, что будет просто ужасно, особенно вот потеки и все остальное. Конечно, когда вы подходите вблизь к машине, это все видно.
вот эти все казусы, неровности, потеки, даже сам грунт, надо было ложить несколько, ну то есть много слоев. Я положил тоненьких слоев, я не знаю, где-то штуки 3, вот так вот, ну может быть 4, но тоненько. Надо ложить как бы больше слоев и покупать, естественно, больше краски, но, извините меня, баллончик 200 рублей, а его даже на одну дверь не хватает. Поэтому, ну, простите, как бы надо больше денег, что ли, вкладывать. Но результатом я остался очень доволен. В конце я ожидал хуже итога. Я думал, будет прям вообще непрезентабельно, и эстетический вид будет такой, ну, мягко говоря, неказистый. Но получилось очень неплохо. Все труды, которые были приложены, они окупились с лихвой. Теперь машина, когда стоит, ну, примерно в метрах в 10 от тебя, то не видно, конечно, все равно, но уже не так. Вот так машина смотрится отлично. То есть она как будто вот, ну, новенькая, там, покрашенная, чистенькая. Естественно, это было сделано в основном из-за эстетического вида автомобиля. Ну, вот вы можете сейчас наблюдать, вот камера стоит буквально в 5 метрах от моей Волги, прелестной, великолепной. И уже даже сейчас вы можете наблюдать, как потихоньку, то есть слои, они ложатся, краски, и уже не так видно грунт, не так видно шпаклю. Но я же говорю, так как я не профессионал, я кустарник, так можно себя назвать, я все делаю своими руками, стараюсь как-то немножечко где-то что-то понять, я делаю, естественно, чаще всего неправильно, потом переделываю, что-то получается, что-то не получается. Но так как этот автомобиль, он уже у меня в пользовании более 7, не, не более, ну, где-то 8 лет примерно, то автомобиль 2001 года выпуска, он уже, конечно, подустал очень сильно, хотя я его не убиваю, я уже полностью перебрал все, что можно в автомобиле, кроме даже не знаю, некоторых сайлентблоков спереди. Только вот туда еще пока вот. И то некоторых, потому что другие я перебирал. Вот получилось, весь автомобиль у меня сделан, грубо говоря, своими руками, даже капиталка движка, кроме притирки клапанов. Притирку клапанов я делать не умею и отдал специально специалистам, чтобы они сделали это нормально, качественно. О качестве притирки не могу ничего сказать отрицательного. Вроде бы все хорошо, машина работает, ездит. Она стала посильнее тянуть, заметно прибавилась мощности. То есть притирка клапанов была, ну, то есть однозначно не зря. Вот прошли итоги нескольких дней, краска уже высохла и автомобиль выглядит вот так. Показываю я именно водительскую сторону, потому что с этой стороны была и шпаклевка, и грунт, и очень много внизу снималось, и дырки вы сами видели, какие были. И я думаю, будет здесь намного интереснее видно. Вы видите, да, что это все топорно, неказисто и все так грустно. И лак я вот показываю, что повздувался. Надо было подождать потом, как я уже узнал, чтобы он подсох. Трое или четверо суток, но я и так, у меня лак сох двое суток. Потеки, как видите, тоже все видно. Но это, мне кажется, лучше, чем просто вот эти вот пятна ржавые, никому не нужны. Вот такой итог. Если есть вопросы, пишите.